Приветствую, друзья! Сейчас я нахожусь на центральной аллее Приморского парка. За моей спиной спорткомплекс «Ильичовец». Чуть левее возводится Ледовый дворец, он же спортивный комплекс имени Валерия Харламова. Еще левее можно увидеть корпуса Нахимовского училища. Хотел сказать, вот стою здесь, смотрю на это все. Буквально полтора года назад я снимал для вас эту панораму. И все это было таким черным, мрачным, серым. Как быстро все меняется. Город превращается, возрождается. Курортное, красивое, солнечное местечко. Весна в полном разгаре. И сейчас я держу путь на СРЗ. Через 30-40 минут я встречусь с Ваньком. Мы позанимаемся с ним спортом. Для вас поснимаем. Зарядим вас позитивом, мотивацией. Приятного просмотра. Обалденная погода сегодня, друзья. Присутствует слабый ветерок, но очень тепло. Класс. Вид отсюда, конечно, шикарный. Сегодня будний день. Людей не так много в парке, как бывает в выходные дни или в праздничные. Но даже будний день здесь вечером людей хватает на смотровой площадке и у моря, конечно. Кстати, лестницу отремонтировали. Я не нашел ни одной поломанной балки. Будем надеяться, что вандалов будет становиться все меньше и меньше в городе. Их будут отлавливать и воспитывать штрафами, какими-то исправительными мероприятиями обязательно. Пусть участвуют в ремонте, восстановлении. Я вам как-то говорил за эту постройку, недострой этот. Уже много лет стоит этот недострой. Этот же кран стоит. Посмотрим, что здесь построят в будущем. Территорию всю эту уже зачистили. Тут были непроходимые заросли. Здесь люди ходили и в туалет, в кусты и так далее. Очень много было мусора. Очень много. Этой горы не было видно из-за джунглей. Сейчас, конечно, все обстоит иначе. Наш любимый пирс. И людей здесь достаточно отдыхает сегодня. Набережная городского пляжа. Я подошел к бывшей Санта-Барбаре. Это кафе. Удивительно, сегодня 11 апреля, а на пляже столько людей. Когда такое было у нас? Причем люди раздетые в купальниках, загорают. Обычно люди выбирались на пляж где-то в середине мая, ну в начале мая. А сейчас еще даже не середина апреля. А с этой стороны продолжаются грандиозные стройки. Пирсы укрепляют. Обратите внимание, присутствует волна, но вода чистая, прозрачная. Когда у нас такое было?
это туалеты, а слева здесь даже будет медпункт. Ничего себе. Вышка для спасателей. Да. У нас прямо пляж Малибу. Обалдеть, конечно, я удивлен. 11 апреля и столько людей на пляже. Привет. А вот и новая спортивная площадка здесь появилась. Класс. Как раз под деревом будет тенечек. Очень хорошее место. Я уже, конечно, мечтаю о том, когда я заберу Луча и буду с ним прогуливаться так по пляжу. Он очень любит море. Опа, друзья! А такого я не ожидал. Здесь уже поставили новые турники. И скорее всего, что на них еще нельзя заниматься. Они еще не укреплены. Старые демонтировали. Как вы помните с предыдущего видео, где мы с Ваньком занимались спортом, это спортивная площадка еще советских времен. Она обновляется. Это здорово. Сейчас жду Ванька. С ним уже решим, где позанимаемся. Подъехал Ванек. Жаль, конечно. Я думал, мы окунемся после тренировки. На Невском тут не окунешься. Но на пляже много людей, конечно. И монтируют новые турнички. Еще они не укреплены. Поэтому позанимаемся сегодня на Невском. Так, ну что, разогреваемся. Все, понял, у меня пальцы скользят, видишь? Не, ну красавчик. Да не, ну надо восстанавливаться, что ж это. Это 15 раз это. Я люблю, я ж выходы силы делал, а сейчас я их не делаю. Вот, ну, вот на вот этой фишке нормально. А ну-ка, держи. Давай, как ты держал, так или... Да, без разницы. Так, да? Ты как бабу дрючишь, я тебе говорю. Дальше отойди. Так? Так? Вот так. Ты когда? Правильно? Сюда или выше надо? Ниже. Ниже? Еще ниже. Ага. Притягивай ее. Прикинь, Андрей, с бабой стоишь, орешь ей, так,
на ухо. А ей уже просто страшно. Так у тебя скоро... Мы с женщинами мы знаем, как работать. Так это резиновая баба. А у тебя 14% зарядки. У меня есть батарейка запасная. Так, держи. Ну давай, покажи, Ванё, как с резиновыми бабами работать. Ага, так ты выше поднимаешь руки. Я люблю повыше просто. Потом, когда и не получается что-то с ней, понял, берешь и так вот смотришь ножку вперед и туда. И через плечо. Следующее упражнение на спину на тренажере. Импровизация от Ванька. Я такого еще не делал. Я делаю то, что мне подходит, там, где я чувствую. Ты можешь делать просто вот так тянуть. Ну, мы просто на турнике делали. Здесь широко, да? Так вот руки задействуются, а так как я делал, чисто спина. О. На, держи, потому что я в комплексе. Просто что ты уже купил абонемент, а так я не вижу разницы летом платить 3500 или бесплатно в компании заниматься. Тут еще приходят люди. Каждый раз телефон выключен. Каждое упражнение выполняем по 3 подхода, да? 3-4. Ну, я 3-4 не подхода. Хочу людям зла желать, но все равно. Сейчас 30. Это свои места. Чего, это грудь? А, это грудь? А, наклон, да, и дело. Такой, да, не выпрямляем руки. Ну, плюс-минус, да, в статике это делать. Сюда. Хорошо идет. Ему, видишь, тоже не тяжело. Хорошо. Все, друзья, мы с Ваньком позанимались. На каждом тренажере мы делали по 3-4 подхода. Работали сегодня на спину, да, на грудь. В общем, всем хорошего настроения, здоровья, мира и добра. Ванек, скажи что-нибудь мотивационное. Всем удачи. Пока. Кто не курит и не пьет, ровно дышит, сильно бьет. Вот, четко. Все, всем пока.